Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как внести предоплату за сеанс. Все довольно-таки просто. Переходим на этот сайт, открывается вот такая вот страничка. Вводите свое имя, Андрей, фамилию, Калашников, номер телефона доставить, такой, по которому вы можете отвечать на звонки. Например, сумму там 1000 рублей. Да? Нажимаете «Оплатить» и попадаете вот на такой вот сайт, где вы можете это сделать несколькими способами. Банковской картой, с помощью связного, Евросети, мобильного приложения, через интернет-банк вашего банка. Но тут два самых популярных – это Альфа-Клик и Русский Стандарт. И электронными кошельками Яндекс.Деньги и Киви. Это самое популярное, но здесь еще имеются другие. В основном, в любых случаях, какой бы вы картой ни владели, Сбербанком, Альфа-банком, там, Русский Стандарт, ну, в общем, любыми банками, неважно, Visa это или MasterCard, удобнее всего выбирать вот этот параметр банковской карты. Нажимаете вот сюда, вводите цифры вашей банковской карты. Здесь я ввел просто так, чтобы показать вам. Вводите, до какого числа она действительно, и вводите три цифры на обратной стороне вашей карты. Вашу почту, там Никита какой-нибудь, ла-ла-ла-ла-ла, и все. Нажимаете кнопочку «Оплатить», попадаете на сайт вашего банка, вам приходит смс-ка на ваш номер телефона, вы ее вводите на этом сайте, и деньги списываются с вашей карты. Все довольно-таки просто, удобно, понятно, все легко.